Катаемся с вороном снова по лесам. Баночка просто у меня теперь всегда с собой. Так-то мы тут по другим делам ехали, но думаю, дай попробую. Лоси могут оказаться. Так что, может, что-то и заснимем. Сигалетка идут. Ворон, стой. Ты уже большенький. Вот. Ну что, какой-то зверь приходил. Коринки мои выкинул, значит, нашел. Это хорошо. Будем дальше наблюдать за этой обстановкой. Скоро все-таки уже зима. Вот так вот. Всем привет. Спустился в яму за мхом, потому что лес большой. А мы пойдем по делам и вдруг попробуем лося подманить, попытаться. Где-то же он тут ходит, в большом-то лесу. Вот такие дела. На, косули убежали, не убежали. Нет, ходит. Сейчас выйду из-за куста. В общем, косули меня увидали. Или услыхали. Ветра практически вообще нет. Вот мама слева бежит и два сигалетка. Вот так вот тут. Вот такая находка в лесу. Я не помню, я, наверное, этот череп и находил. Хотя мне казалось, я находил кабаней в этом лесу. С клыками большими. Кто-то, наверное, еще повешал уже. Убежал козлик или козочка. Не разглядел. Вот такая красота в лесу. Пасмурно, солнышко нет. Так бы вообще красиво, красиво было. А мы пока движемся, движемся вперед. Чага была когда-то, видимо. Есть тут признаки пребывания лося. Когда-то, видимо, давно подошел, погрыз, недоспело, сказал, ушел. И пришел, видимо, не так давно. Вот так вот. Так что сейчас будем доставать банку и дрозить. Кстати, кто видел, прошлых лет смотрел, вот осиновый лесок. И вот такая вот тут подстилка из листьев. Все, можно сказать, так зелено. И косуль я снимал, следы косуль в конце зимы в осиновом лесу, сколько там следов. В березовом лесу такого нету, а вот именно в осиновом, видимо, из-за того, что листа столько зеленого, поэтому вся косуля в конце зимы такой лес перебирается. Ну, где береза, здесь все желто. Совсем не интересно. Вот так вот тут. Вот
Мама, три сигалетка. В общем, лося я так и не нашел и не услышал. Вот есть совсем свежие заломы, почти на двухметровой высоте. Вот я 1,80 м, я вот до этой только достаю. Вот такие совсем прям свежие. И все, камера не работает нифига. Снимать ничего не снимаю, отключается автоматически. Козлик ходит. Мы с вороном все катаемся по лесам. Да, ворон, поедем дальше. Ну, вдруг лоси. Вот козочка с сигалетками. Где-то тут стоял. Свалил уже. Два штуки было. Рогачей вообще почти не вижу.